Хосефина Фернанда де Бурбон, испанская инфанта, принадлежащая к роду испанских бурбонов. Хосефина Фернанда родилась 25 мая 1827 года в Аранхуэсе, Мадрид, Испания. Ее отцом был Франциско де Пауло, родной брат короля Фердинанда VII, а матерью Луиза Карлота Бурбон Сицилийская. Ее отец приходился родным дядей ее матери. Со стороны отца она была внучкой короля Карла IV и его жены Марии Луизы Пармской, а со стороны матери дедушка и бабушка инфанты были король обеих Сицилий, Франциск I и его вторая жена Мария Изабелла Испанская. Поскольку ее родители были близкими родственниками, то она, как и ее братья и сестры, приходилась королю Карлу IV и его жене Марии Луизе Пармской одновременно внучкой и правнучкой. 4 июня 1848 года, втайне от родственников, инфанта вышла замуж за простолюдина Хосе Гая Лейренте. Ее супруг родился в Гаване и был сыном иммигранта-каталонца и кубинки. Он изучал право в Барселоне и со временем стал вести активную литературную и политическую деятельность. Брак инфанты вызвал гнев царственной кузины, и Хосефина Фернанда была лишена титула ее королевское высочество, а также выслана с мужем из столицы. Отлученная от двора Хосефина провела 4 года во Франции, где поддерживала отношения с Бальдомеро Эспартеро и генералом Леопольдо О'Доннеллом. В 1854 году в ходе революции она вернулась в Испанию и поселилась в городе Вальядолид. В июле 1856 генерал О'Доннелл совершил новый государственный переворот, в ходе которого супруг Хосефины Фернанды был пленен и приговорен к смертной казни за вооруженное сопротивление армии. Смерти ему удалось избежать благодаря амнистии, подписанной мятежным генералом. После этого Хосе уехал во Францию и продолжил там свою литературную деятельность. Там он был избран сенатором генеральной Кортеса Испании от Гаванского университета, где был одним из политиков, выступавших против рабства. Скончался 20 декабря 1884 года в Мадриде. В браке родилось 3 детей – Раймунда, Фернанда и Франциско Мануэль. Раймунда был женат на Антонии Лауре Альберти Икаро, от которой имел 2 детей. Фернандо женился на своей кузине Марии Хосефе Алонсо и Гуэль. Франциско Мануэль скончался в возрасте 31 года. Позднее король Альфонс XII вернул своим троюродным братьям, сыновьям Хосефины Фернанды, право на использование фамилии де Бурбон, но без права считаться членами королевского дома. Хосефина Фернанда скончалась 10 июня 1910 или 1920 года в Париже, была похоронена на кладбище Монмартр.